Ты же не ютубер, поэтому зачем мне тебя вообще тут... назад, шаг назад! Шаг назад! Вот там, сука, не работает это, вперед! Давно искали канал с интересным прохождением любых игр? А может, просто хотите расслабиться и посмотреть что-то спокойное? Тогда канал The Krabby вам полностью подойдет. На своем канале он снимает абсолютно разные игры. Каждый обязательно может найти что-то свое. Подписывайся. Ссылочка в описании. Где познаватель, туда, вот я закрыл тут познавателя, все, не бойся больше за мной издеваться, желейный медведь, Валерун тут, так, мед, так, о, понятно, что там такое, мед, тупые куры тут разлетались, тупые куры, так, я сейчас застрелю всех этих тупых кур, Что это новый сосед? Охотник? Куры! Ненавижу кур! Не, я же медведь, он меня убьет! Я не могу... Так, хорошо, познаватель, что делать? Познаватель со мной не разговаривает. Так, надо что-то будет придумать. Так, нельзя, чтобы он сюда пришел ко мне в гости. Нельзя. Так, сейчас что-то придумаю. Открывайте, новый сосед, открывайте! Охотник пришел, открывайте! Какой охотник пришел? Открывайте, тук-тук! Открывайте! Так, открывайте, кого пришел охотник! Я сейчас быстро стреляю! Да, привет, охотник! Ты кто еще такой? Я Валерчик, Валерун, вот косплеер я. Вот. А почему ты такой весь липкий какой-то? У тебя еще каким-то сладкими фигнями воняешь. Подожди, охотник. Не могу терпеть. Мед люблю! Нормальный какой-то. Я вот что хотел спросить у тебя. Мед, хочешь мед? Нет. Я вот лайки хочу, не мед, лайки хочу. Лайки? Давайте мне лайки, я тебе мед. Ну давай, я тебе лайки, а ты мне мед. Не, я хочу много лайков, прям чтоб сейчас... Ребята, давайте поставьте лайки, а то... Подожди, я же просил лайки, чё ты меня обманываешь? Ты лайки не хочешь. Я тоже хочу лайки, ты тоже хочешь лайки. Много лайков, да? Давайте, ставьте нам лайки быстрее. А к тебе можно зайти? Нет, нельзя, это мой мед. Нет. Вот, иди домой, охотник, и без подарков не возвращайся. Вот тогда пущу, пока. Да я просто в гости... Ладно, хорошо, подарки хочешь? Будут тебе подарки, не переживай. Алло, Валера, я принес тебе подарки. Охотник, подарки? Валера. Да, ну я тебе покажу. Ты обещал, что я зайду в дом. Вот я зайду, потом покажу тебе подарки. Подарки? А много подарков? Давай, заходи. Пойдем проходить, что это у тебя странный дом. Давай, забей подарки. Так, посмотри, вот, короче, отойди, не могу. Вот смотри, вот такой ковер замечательный. Как? Смотри, что такая, вот еще голова медведя. Как это медведи? Ты охотник, ты забался, что это медведи? Это мертвые медведи, это шкура медведей, башка медведя, охотник, ты с ума сошел. Тебе не понравились мои подарки? Какие подарки? Ну это ж медведи, это ж как медведи, понимаешь? Так, мед, мед. Ты странный, я так и не понял. Хорошо, ты косплеер, подожди. Я просто медведей люблю очень сильно. Вот. А почему ты весь из какой-то слизкой фигни? Потому что я вот кушать люблю, вот заходи, вот видишь, у меня везде вот сладко. Я вот почему думаешь, я такой толстый? Потому что я сладкоежка. Вот еще мед, вот смотри. Вот. Ой, ненормальный какой-то. Вот, везде один мед. Вот иди сюда. Куда? Ты людей убиваешь, тут стоили чуть-чуть. Охотник, я похож на монстра, нет, охотник, охотник, тихо, спокойно, охотник, ты меня раскусил, ты в магию веришь? В магию. Какую магию? Я сейчас тебе пулю в глаз. В общем, не, в общем, это познаватель, он с ютуба, в
ролики для детей снимает. И он сделал... Да знаю я познавателя, крутой чувак. Вот, да, да. Валерку, ну... Он меня создал, охотник. Я полностью в желе. Ты веришь в магию? Я человек... Ты не охотник, я сейчас тебе такое же... Я реально желе, вот, подожди, подожди. Твои мозги наружу твои... Да, подожди, охотник, вот, возьми руку, убери ружье, убери. Вот, пощупай животик, вот, попробуй, это желе. Чувствуешь? Какой ты нервный. Теперь ты веришь мне, что я из желе? Он меня создал. Так, стоп, такого не может быть, так, ты меня пытаешься надурить. Как? Он меня создал, если ты знаешь познавателя, ты смотрел его видосики. Ну, я из желе, я Валерчик. А познавателя ты почему тут? А вот потому что вот снимал, да, снимал свои видосики, а со мной не делился медом. Вот там делал всякие стикерсы, пипикерсы, и мне не давал. Плохо со мной себя вел, вот я его наказал. Я не хочу это больше слушать, все пошел. Я, короче, отсюда. Забери, да, охотник, забери вот это, забери. Фу. И вот тот, да, не нужны. Мои подарки, мы. Сумасшедший дом, я полицию позвоню, чтобы будешь тут меня обманывать. Что это вообще такое? Охотник, да, он, кстати, это охотник вот такой. Хорошо, он уже, конечно, узнал то, что я из желе, да, то, что я не просто человек, и то, что я вообще не человек, он еще не знает то, что я медведь, желейный медведь, Валерун, так, и то, что тут познаватель, да, так, хорошо, да, так, да, хватит там стрелять, сосед, дебил! Так, что мне делать? Главное, чтобы он не узнал мой главный секрет, который в подвале. Познаватель, я же не просто обычный железный медведь Валера, да? У меня же есть план на таких вот ютуберов, как ты. Сейчас. Так, надо делать что-то с этим охотником. Сейчас что-то придумаю. Так, мёд, где мёд? Мёд! Вот. Мёд. Мёд. Так, желейный ты там, Валера, открывай! Быстро открывай! Охотник пришел! Охотник опять тебе пришел, да? Охотник! Ой, так, подожди, давай, вот я присяду, ну, и мы с тобой поговорим. Давай. Я понял, ты... Подожди, мёд. Да, я. Ты желе, да? Я желейный, да, вот. Но мне все равно кажется, что ты какой-то очень-очень странный. Вот смотри, где у тебя в доме хотя бы туалет? Как ты вообще нормально живешь? Ну мне не надо, я желе, я же человек желе, меня ж создал, знаешь, как Буратино, знаешь, когда вот... Да ничего там нету, ничего там нету, ты что тут подкопы подземные? Какие подкопы? Не, я просто, это не моя, это познаватель, я говорю, он меня создал, я вот прям вот обиделся на него. Так, а ну не при, познаватель, это секрет, я еще... Давай признавайся. Так, подожди, ты мне мозги не пудри, ты тупое желе. Это подкопы какие-то подземные, ты бомбы хочешь взорвать или что ты хочешь там сделать, а? А ну признавайся. Не, охотник, ладно, я не просто желейный Валера, я желейный медведь Валера, я медведь. Чё ты вообще мне говоришь? Вначале ты Валера, теперь оказывается ты не человек, ты еще и желе, так ты еще и медведь. Я желейный медведь Валера. Вот. И ты живешь в берлоге, да, вот. Я живу, и люблю слои, и мед люблю, вот. Есть мед? А если найду? Нет? Я не могу. Ладно, хорошо, пойдем в твою берлогу, да? Да, моя берлога, вот. Я желейный. Тут все красное, потому что я люблю красное. Я сам красный желейный. Вот. А это типа туалет, да? У тебя такой туалет, да? Да. Ну, вот это туалет. А тут, опа, это моя берлога, я тут моюсь. Да, я прям как реальный медведь, вот, как, вот. Мед только люблю. Вот. Ёкарный ты бабай. А тебе подарков нету еще, что-то сладкого там? Нет. Ну вот только вот это вот есть, хочешь, бери вот. Чё? Нет, убери, пожалуйста, убери. Ладно, убираю. Ладно, пойдем посмотрим, что у тебя есть. Аймо, мне... Подозрительно ты какой-то очень... Не, охотник. Может, не надо туда, охотник, ну... Это что такое? Это ты типа тут спишь, да? Да. Спальня моя, сплю, тоже все красное, охотник. Ой, прям под твой цвет, да.
Подожди, подожди. А вот это что такое? Это что за дверь? А еще вот заперта. Нет, 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 охотник, охотник, нет. Там пчелы, я пчел, я просто мед люблю. Да, там пчелы, много пчел. Вот они мед там мне добывают, с этого все делают мед, валерчики, желейному. Они там делают. Ой, пущик прям нажрался, я медведь, охотник, помоги, 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 пущик. Куда? По туалету. Где туалет? А все отпустила. В общем, охотник, пошли похаваем, пошли, пошли, выходи, охотник. Да, пошли. Ладно, я тогда домой лучше пойду. Да не, охотник, подожди, я пирог, я пирог сплёк, пирог. Всё, давай, я потом вернусь, ты там, жри свой мёд там, да. Пирог с мёдом, пирог. Да, я сейчас тебе снова ковёр покажу из медведя. Не хочешь. Будешь доставать меня. Этот, ой, чё он там бегает, этот охотник опять на улице? Так, чё он там опять планирует, а? Охотник. Куда он? На охоту едет. Ну, езжай, охотник, езжай. Так, пока никого тут нету, я буду свой план коварный выполнять. Так, где моя берлога, где мои подопытные ютуберчики? Так, Валера, никого не обидит. Валера хорошенький вообще, Валера никому ничего не скажет. А, ютуберчики, вы что думали, вы одни такие, да? Вы одни такие? Не-не-не-не-не-не-не. Познаватель не один. Я всех вас захвачу. Все. А ну ты, от Шадо или как-то, Джека. А ну пароль свой от YouTube канала, гори быстро. А ну, давай. Молчишь, паскуда. Ну ничего, когда я пипичочек тебе отрежу, все расскажешь. Я вот смотри, этому уже отрезал, видишь, валяется в крови весь. И где ты следующий будешь? Так, кто тут еще есть? Так, вот это ничего отрезать нельзя. Что такое? Это же мои любимые ютуберы, ах ты желейный медведь, пацаны! А, пушку выкину, пушку сюда, пушку! Подожди, а ну да, чуть мед не уронил! А ну сюда, иди сюда, передо мной! Стой, иду! Что ты думал? А ты же не ютубер, поэтому зачем мне тебя вообще тут... А ну назад, шаг назад! Шаг назад сделал! Стой, погиби! А ты что делаешь? Открой меня, нет, я ютубер! Я знаю, но ты секрет мой знаешь, что весь ютуб будет мой, весь! Создам армию желейных медведей, валерщиков! Нет, пожалуйста, я ничего не делал, выпусти меня, я никому не расскажу, пожалуйста! Да, конечно, не. Пожалуйста. Жопа тебе, охранник, не хвой.